Right. What do we do now then? This sword is a great element of interior design. Now we have to find an interior to fit it in. Let's go back to here. Cut the rope. What else do we need a sharp object for? No, it doesn't come up for him. No, I think the only thing we've come here for is to sword. Can we use it on this? No. Right. Oh, hang on. Yes. What about that? Эта пасть по форме идеально подходит для меча. Интересно, а что будет, если его туда всунуть? Нет! Have a try. It might open up another door. Well, jump off the pentagram. Just stand on it. Out the window. Who are we to judge? Ну что ты наделал? Что ты натворил, я тебя спрашиваю? Я... I think you've opened up a gateway to somewhere. Я ж не хотел. Не хотел, не хотел. Ну кто тебя просил? В чужой монастырь, так сказать, и все прочее. Я больше не буду. Понятное дело. Я вон страх ты натерпелся. Ладно, чего уж. Пойдем отсюда, пока еще чего не стряслось. Right. Oh dear. Can we get the sword back? I think that's going to come in handy on some things. Not everything, but some things. Have got the rosary. What have we got in here? Sword. Need another oar. Got a machine gun. Um
Where did that bit fall? Off the church. Do we need that bit? No, can't see it. Right, need the other oar. Get the rosary. I would have thought we'd have got that in the church or the crypt. But it won't let us touch the graves, dig up any. Oh, hang on, what's this one? Может, это гаитянец? Почему гаитянец, Петька? Да вон у него на груди гирлянда какая-то. Какая это гирлянда, серость? Это ж четкий. Так бы сразу и сказали. That's what we want. Want that. Зачем они ему? А нам зачем? Пригодятся. Yep, he's finished with it now. Did its job. Now it's sort of. Let's go to the tunnel. Hare Krishna, Hare Rama, 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 Hare Krishna. Yeah, take that. Может, подойдут? Четки? Настоящие четки! Невероятно! Не понимаю, как это им удалось? Неважно! Теперь ничто не помешает мне достичь нирваны. Попробуем! Hare Krishna, Hare Rama. The rosary's for Catholics, right? But you get a bit mixed up. Never mind. Oh, wow. Hare Krishna, Hare Rama. Don't need it. That now, so I just need to go to the bank. Залезайте, Василий Иванович. Да чё уж там, здесь сначала ты, Петька. Нет уж, Василий Иванович, только после вас. Нет уж, прошу. Нет, извольте вы-с. Тьфу, дурак. Ладно уж, так и быть, а то тут до самой ночи проторчим. Your shoulders, they're all nicely out there, I mean... That'll stop you from drowning. They're probably fill up with air and then you won't sink. Your own life jacket. Don't jump! Alright. Just stepping. That's better. Pull. Here we go. Ой, Василий Иванович, голоса какие-то. Давайте послушаем, что там у них происходит. What?
Говори на земном языке. Пока мы здесь, будем учиться. Хорошо. На этой отсталой планете нет даже нормальных курсов местного языка для инопланетян. Да, и все же планетка вполне пригодна для колонизации. Естественно. Здесь доминирует отсталая раса, не умеющая менять свой внешний вид. Правда, ей подчинены некоторые виды флоры и фауны. Но чтобы выжить, они должны постоянно потреблять особое органическое соединение, добываемое путем возгонки или брожения специальных плодов. Невероятно! Этим феноменом займутся наши ученые. А пока расскажите, что еще вам удалось разузнать? Используя телесную оболочку захваченного нами аборигена, мне удалось внедриться в их поселение. Как вам известно, в данном регионе уже идет война. Так вот, нам даже не придется вести военных действий. Эти дикари перебьют друг друга и без нашей помощи. А оставшихся в живых мы превратим в рабов. Отлично! А этот Чапай, про которого вы рассказывали в прошлый раз? Мы навели справки. По планете ходят невероятные легенды о его боевых заслугах и подвигах. Вау. Обычные враки. Общался я с этим Чапаем. Ничем не выдающийся экземпляр. Так, рядовой командиришка. Сволочи! Ой, что это за шум? По-моему, там кто-то есть. Засада! Полетели из этой дыры. Ambush. Two people outside, bouncing up and down outside the window, is an ambush. Вы слышали, Василий Иванович? Я же говорил, инопланетяне. Невероятно, Пётр. Бывает же такое. Только куда они подевались, Василий Иванович? Не знаю, как сквозь землю провалились. Ага, еще и Фурманова прихватили. А вот за Фурманова надо им их хари инопланетные начистить. Окей. Ага! На этой карте видны все перемещения белой армии. Теперь белогвардейцы у нас в руках. Фуражка как фуражка. Ничего особенного. Это икона Казанской Богоматери. Пару месяцев назад она была украдена из нашего красного уголка. Так вот она где! А мы с тобой грешным делом на пионеров подумали. Ее лучше пока оставить. Мы сюда еще вернемся. Странно. Похоже, что эта лампа чем-то прикреплена к камину. Вот они, береги! Смастерили из камина игровой автомат. Прям как в Лас-Вегасе. Clever idea. Right. Can we move that? Да ну его, еще укусит. Oh, got no map yet. Come out. You're right over there. Underground tunnel. So what was the point of going over there? Эта дорога ведет в лес. All right.
go down the tunnel? К сожалению, он затоплен. Right. Let's go back in. There must be something. Can we? Can we take the map? Не будем ее трогать. У Василия Ивановича фотографическая память. Все, что надо, он уже запомнил. Oh, well, that's handy. What's that? Интересная решетка. Can we use крепкая. It? Такую руками не свернуть. Решетка мешает. Ага, what's this? Тут наверняка должно быть что-то очень важное. Can we open it? Не открывается? Can he тут open it? Петро, я ничего сделать не могу. Чему еще стоять в штабе у буржуев, как не буржуйки? Пожар устроим. I think it's already there. Так вот он какой, белый медведь. Oh, is that a polar bear? It looks a bit grubby. Да ну его, еще укусит. Я не умею. Can't use it. Фу! Угнетатель рабочий крестьянского класса. Pressure of the working class. Я бы подрисовал ему усы, но кто-то меня опередил. Do you want to take it? Нет, это я с собой не понесу ни за какие ковришки. Right, nothing in here. Where did they go? Maybe there's some hidden passage here or something. Move the lamp on the other side. This one. Странно. Похоже, что эта лампа чем-то прикреплена к камину. Oh, no, that's taking it, isn't it? Use it. Василий Иванович, а вы не могли бы попробовать оторвать отсюда эту лампу? Use Спрашиваешь? It. Конечно, могу. Okay. You do it. Оторвать не получилось, но свернул я ее, по-моему, неплохо, а, Петька? Понятное дело, только что это нам даст? Не знаю, это уж ты сам разбирайся. Эта ручка мне что-то напоминает. Ну и пошляк же ты, Петька. А чего сразу пошляк-то? Может, она мне... Обрез напоминает. No, во-во, я и говорю, пошляк! Let's pull the handle for the fruit machine. Use it. Ух ты! Настоящий потайной ход! Так вот, как они отсюда выбрались! Интересно, куда он ведет? А? Вот мы сейчас с тобой и узнаем. I think you are gonna find out in a minute. There you go. Your shoulder's gonna fit in there. Ah, guess where? Вот это да! Оказывается, этот подземный ход ведет прямо в дом к Фурманову. Ох, и подозрительно все это! Ага! А вот, кстати, и он сам. Где? А, shut the doorway. Hmm.
I'm gonna chase him. Какая-то подозрительно знакомая красная тряпочка. Can we take that? Пусть висит. Там могли остаться отпечатки пальцев. О, окей.